Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Кусаться-то некрасиво. Я же с тобой играю, ты кусайся. Девка противная. Ладно, не рычи. Куда подошла-то опять? Куда подошла? Езжу здесь. Чё, наелась уже мясо, не хочешь? Хулиганка. Хулиганка. Нос запачкала весь в земле. Я к вам по делу, вы кусаться. Маркиза. Некрасиво же кусаться-то. Тебя кормишь, ты кусаешься.
Куда ж его прятать? Чё прятать? Зачем прятать? От кого прятать? Ещё не понимаю. Яйцо будем есть. Запасливые. Ой, да хватит там взрывать там. Взрывать некуда. Пол деревянный. Ну. Хулиганка. Иди, холодно уже. Руки мёрзнут. Чего же она так будет? Тщательно все зарывает. Давай иди, цу поедим. Давай. Нос-то грязный опять весь. Она не хочет скорлупы есть. Все. Скорлупы, говорит, не буду есть. Давай, приготовили тебя уже. Давай. Ну, конечно, она еще укусит меня заодно. Но не так же быстро. Давай, 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 ешь. Ну все, 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 надо, дай. Давай булочку еще съедим. Булочку она не хочет, в сторону откидывает. Давай из яйца поешь еще маленько, то же самое. А если вылью, будешь есть? Давай. Ага. На, оближи хотя бы руку-то, Маркиза. Ну иди. Да. Все, короче, на сегодня.